Здравствуйте, друзья! Сегодня коротенький совсем обзор на новинку на нашем рынке. Это прикормка под брендом Italix. Вот мы ее получили. Мы официальный магазин, который представляет продукцию данного бренда в России. У нас есть и маховые удилища, и болонские удилища Омега. Маховые — это Italix Fusion. Теперь появилась уже и прикормка Italix. Ну, скажем так, пока на данный момент завезли сегодня вот буквально две серии самых востребованных. Скоро придут еще новые. То есть это универсал, светлая прикормка. Средняя фракция, запах очень интересный. Здесь написано бисквит-ваниль. Но вот я специально здесь высыпал на листочках. Вам сейчас покажу близко фракцию. Универсальная эта прикормка у нас. Запах гарантированно будет привлекать леща. Вот и карася 100%. Обалденный запах. Надо мне у Саши Дунаева расспросить, что за ароматику они сюда льют. И, в общем-то, сделать в уникорме то же самое. Потому что ароматика действительно очень хорошая. По фракции, я смотрю, там и кукурузка дробленая, и бисквиты, и кусочки шоколада. Есть немножко постанчинки красного цвета. Какие-то, смотрю, зерновые еще. То есть, действительно, прикормка очень хорошая, качественная. Вот в плане фракции, в плане состава. Ну, она изготавливается на предприятии Саши Дунаева, поэтому я надеюсь, что и лепиться, и каких-то там проблем с механикой у нее быть не должно, но вот первая же моя рыбалка, она будет именно с Италиксом. Я посмотрю, как она работает, но вот то, что сейчас визуально, мне она очень нравится, поэтому как выйдет ролик, обращайтесь в магазин, прикормка есть, расхватывают ее очень быстро, хотя она вроде бы только-только появилась. Но люди, пакеты стоят открытые, люди подходят, нюхают, кто разбирается, смотрит, на руку высыпают и забирают. И вторая серия — это фидер черная. Фракция мелкая по запаху. Тоже запах холодный, напоминает, вот если знаете, в уникорме была такая ароматика, тропикана называлась. Вот то же самое здесь, то есть это холодный барбарисовый запах, либо ретро-уникорм. Помните, уникорм ретро был такой зеленый пакет, всем известный. Вот светлая прикормка очень похожа по запаху именно на этот уникорм, а там применялся как раз барбарис. По фракциям, скажем так, хороший мелкий помол, как раз то, что нужно для фидерной кормушки. Соответственно, она должна быстро вымываться, пылить хорошо. Ну и вот насколько она будет впитывать в себя воду, да, брать воду, насколько можно будет отрегулировать водой увлажнение, это мы уж посмотрим на месте. Но вот, тем не менее, для затравочки такое вот небольшое видео. Посмотрите, пожалуйста, фракцию фидерную я вам тоже сейчас близко покажу. Вот, ну, сами видите, да, качество хорошее, помол хороший. Обращайтесь, не забывайте подписываться на социальные сети, странички магазина Multifish. На всем покупателям, подписчикам в период действия акции бесплатные запасные части до 2 штук в год, если вы сломали даже по собственной инициативе, там дверью машины наступили, еще что-то, то есть без проблем абсолютно мы отдаем запчасть на купленные у нас удилище. Мы мониторим, сколько чего продалось, и на всякий случай, скажем так, делаем резерв под это. Если даже там в 5% из 100 вдруг какая-то там старая моделька, еще что-то, мы не смогли и оригинал вам подобрать, то попытаемся подобрать колено из максимально подходящего, первый вариант. А если и коленца не будет, то сделаем бесплатный ремонт с пожизненной гарантией на весь срок службы удилища. В общем-то, все. Закругляемся. Всего вам доброго, до новых встреч. И покупайте в Multifish оригинальный товар хорошего качества, и все будет замечательно. Больших рыб,
длинных хвостов, загнутых кивертипов. Всего доброго.